Красный угол. Александр Захарский, город Минусинск, Красноярский край. И синий угол. Мелис Гусейнов, дом спорта «Спартак», город Красноярск. До 80 килограммов весовая категория, друзья. Работает просмотровая комиссия. Номинация «Лучший боксер». Готовится приз лучшему боксеру юношей, друзья мои. Боксеры готовы? Первый раунд. Килограммов. Весовая категория. Восьмой финальной встречи. Красный угол. Александр Захарский. Город Минусинск. Красноярский край. Готовится к продолжению боя. Счет боя. Александр не ведет. Является финалистом первенства Сибирского федерального округа 2021 года. Тренируется боксер под руководством тренера, мастера спорта Российской Федерации Романа Каменева и тренера Саламатова. Сладкевич Василий, Осипенко Федор, дом спорта Дворкина. Вы готовитесь к выходу в ринг. Девятая финальная встреча. Секунданты. Зарин. Второй раунд. Thank you.
боксер из команды Дома спорта «Спартак» Минис Гусейнов в синем угуринде. Имеет первый спортивный разряд, провел 32 встречи и в 32 боях добился победы. Мелис тренируется под руководством тренера Андрея Фатахова и тренера Виктора Рубченко. Андрей Фатахов секундирует боксера в данном бою. Василий Сладкевич, Федор Осипенко, готовитесь к выходу в ринг, 9-я финальная пара. Весовая категория свыше 80 килограммов. Просмотровая комиссия подводит итог. Номинация лучшего боксера среди юношей 15-16 лет, друзья. Третий раунд. Рефери 9-й пары Игорь Высокин. Боковые судьи Максим Малаев, Виктор Истягин, Александр Сайканков. 9-я пара. Боксеры снимают шлемы, перчатки, приглашаются на середину ринга. Победитель турнира весовой категории до 80 килограммов боксер синего угла ринга Мелис Гусейнов, дом спорта «Спартак», город Красноярск. За второе место Александр Загарский из города Минусинска награждается. Красный угол, Загарский награждается. Медаль, грамота, памятный вымпел, прекрасный вымпел. И Гусейнов Мелис провел 33 боя на сегодняшний день и в 33 боях добился победы. Мы тебя поздравляем, молодец. Мелис, так держать.